Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. Сегодня мы играем в криминалочку на сервере Amazing Roleplay, первый сервер. Мы не Кирилл Питбуль, и сегодня, как вы догадались по превью и по названию видео, сегодня будет казино. Это просто охуенно. Чуваки, просто давайте наберем много лайков в этой серии, потому что я перезаписываю эту серию уже третий раз, блядь. И потому что я вчера случайно удалил две серии. Одну серию, где я играл на 500 тысяч, ходил в казино. И одну серию, где я ходил в казино 5 лямов. Просто я охреневший. И я вот обратно решил перезаписать про 500 тысяч. Может, потом еще сниму про 5 миллионов. Так что с вас обязательно Лукас. И подписывайтесь на канал, кто не подписан. И мы движем в казино. Я еду на Rolls-Royce не из-за того, что я типа выебаюсь, а у меня ГТР поломанный, БМВ. Ну а ехать за рейм куда-то, ну нахер не надо. Ха, дауны даже попасть не смогли, видели? Итальянская мафия хотела меня выстрелить, но они не попали. Даже. Ну бывает и такое. Сейчас я доеду до Ашана, сниму там деньги, и мы пойдем в казино Арзамаса. Вчера оно работало, надеюсь, сегодня оно также будет работать. Так, вот я подъехал. Надо будет еще заправить Rolls-Royce. Так, подам бизнес пиротехник. Так, снять, положить, баланс. Нам нужно сколько? 160 тысяч нам нужно. Во, так вот. Все, заебись. Теперь можно ехать в казик. На самом деле я уже до хрена бабла слил, как бы. Вот давайте я вам сейчас покажу. Сейчас, статс. У меня, видите, 19 миллионов, хотя было вчера 21 миллион. Не 21, стоп. Да, у меня было 20. Я не помню, короче, ну блин, я уже лям где-то слил, это точно. Так что, не знаю, поднимемся или нет, посмотрим. Посмотрим, вообще там есть народ, я не знаю, просто как по 9 утра, понедельник, блин. И хз, есть там кто-то или нет, но надеюсь, есть. Блин, давненько я на Роусе не ездил, как-то он в управлении другой стал, или мне кажется, просто реально давно не ездил. Не, на самом деле тачка кайфовая. Я знаю, что все считают, что это лишь бы понты там и так далее, но как бы у меня вот если есть BMW, GTR, вот они валющие тачки. У меня спокойной машины как бы нет. Ну вот, моя спокойная машина это Rolls-Royce. Как бы, ну, поебашить, конечно, всегда хочется, но, блин, тоже спокойно поездить, музончик там послушать тоже хочется иногда. Так что как-то так. Так, я думаю, нам надо сначала ХП пополнить. На в казино, не знаю, там где одна машина стояла. Так, давайте перебежим дорогу. Здесь сейчас мне дадут, блядь, номер П, а то, как говорила администрация, надо переходить по пешеходному переходу всегда, а не через дорогу нельзя перебегать. Так, раз. И два. Так, Help me. Ой. Во. Все, теперь можно двигать в казино. Так, вот мы приехали уже в казик. Так, погнали. Надеюсь, что хоть кто-то там есть. Так, Фому надо поздороваться. Пошли на 400к. Давай по 25 тысяч. Год 200. Ну го. Так, дайс 74. Меньше 200 не буду. Ну окей. Ничья. Ну солём так солём в принципе. Ха, лол. Неплохо. Неплохо. 230. Проиграл. Ну, бывает, чё. Ха, проиграл. Сейчас, походу, я все свои бабки проебу.
Лол, вот это просто дичь. Просто дичь. Последние 40 тысяч. Ха. Угу. Давайте полтинник еще ему кинем. Походу я слил все бабки. Реально. Ха, лол. Так, пусть уже он мне кидает. Я так думаю. Лол, конечно. Полный лол. О, давай, сейчас заберем свой бабос обратно, блядь. Будет вообще заебись. Сливы. Что бывает, ёпт. Давай под полтинничек. Ха, теперь я сливать начал. Ладно, давайте кинем сотку туда уже. Ха, лол, я проебал все бабки. Все. Ебаный свет, нахуй. Блин, ну красавчик. Красава. Да ничего страшного, ёпта, это ж казино. Подумаешь, 500 тысяч проебал. Да. Заебца, конечно, заебца. 500 тысяч и все. Их нету. Ну, такая была не длинная серия, конечно, я быстро слился, но как бы людей было мало, поэтому как-то так. Ну что ж, на этом у меня все. Так, сейчас, подождите. Так, на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, все ссылочки есть в описании. Обязательно заходите на Сейрайт и ждите новых серий. Всем пока-пока. Southside, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night.